В единый реестр вакцинированных от коронавируса внесено 219 755 орловчан. Эту информацию в прямом эфире в социальных сетях озвучил Андрей Клычков. Сообщается на портале Орловской области. В нашем регионе прививку от коронавируса можно сделать в 28 медицинских организациях и 39 пунктах. Работают 32 мобильные бригады. Врачи напоминают, основную группу риска, наиболее подверженную заражению ковидом, составляют люди старше 60 лет. Самая большая проблема у пациентов ковида пожилого возраста не потому, что у них много сопутствующих заболеваний, хотя это тоже серьезно. Чаще у них, естественно, и инсульты, а практически погибают они в очень большом количестве. Чаще всего у них инфаркт и сахарный диабет. Но с другой стороны, как оказалось, у людей старше 60 лет развиваются аутоиммунитетела, то есть антитела на свою ткань. Именно это является располагающим причиной, одной причиной смерти пациента.